Сон не мій, стомляві люди розхолоджують мій азарт. Голосом Катіко Пурцеладзе розмовляє та співає Тіана, головна героїня в популярному голівудському мультфільмі «Принцеса і жаба». Посольтесь, хлопці, я йду, бо до щастя крок, єдиний крок. Ночі зірок, тож до щастя крок. До речі, варіант саме українського дубляжу представники Діснеївської студії визнали кращим з безлічі існуючих у світі. Мамо, до здійснення мрії півкроку. Як я можу все кинути, коли татко стільки сил на це поклав? Тіана, хоч у татка й не було мріяного ресторану, він мав дещо краще. Він мав кохання. Природньо, що в анімованому фільмі дівчині доводилося говорити не своїм голосом. Він мав кохання і завжди знав, що в житті справді важливо. Обережніше, спокійно. І я це знаю теж. Проте її власний голос шанувальники джазової сцени знають чудово і не сплутують з жодним іншим. He knows how to rock and roll. He's driving me crazy. Вокал цієї яскравої співачки знавці шанують за оксамитовий тембр, великий діапазон, інтелігентну манеру виконання та східний шарм. Сьогодні Катіко – одна з небагатьох молодих співачок в нашій країні, яка демонструє, що таке справжній джаз в його неповторному авторському звучанні. Катіко, я рада тебя видеть сегодня у нас. Скажи, пожалуйста, актер анимационного дубляжа – это, в принципе, закрытая каста людей. Если ты не музыкант, не шоумен, не актер, вообще трудно сюда попасть. Как у тебя так получилось? У меня все происходит в жизни по счастливым каким-то случайностям. Так. Здесь тоже мне, можно сказать, повезло, потому что первый раз я попала на дубляж на маленькие эпизодические роли в мультфильме «101 далматинец». И там эти роли разбросаны по всему мультику. Там я и хозяйка собачки, и коровка, и какой-то ребеночек, который что-то вскрикнет. И, ну, вот такие маленькие штучки. Я не думала никогда, что я попаду туда снова. То есть это было такое, просто я помогала своим друзьям. Вот. А потом... Было одно выступление в очень андеграундном клубе, где я выступала вместе со своим коллективом JT Fresh джазовым. И там выступал еще один коллектив, который называется «Куклы Клауса». Бас-гитарист этой группы оказался звукоинженером на самой крупной студии дубляжа у нас в Украине, студии «Людоен». Вот. И когда он услышал, как я пою джаз, он позвал меня сразу на пробы, потому что именно в этот период искали актрису на роль Тианы, вот, чтобы она могла продублировать вот таким немножечко негритянским, чтобы она могла петь эти джазовые композиции и снимать один в один, и чтобы она могла это отыграть актерски. Как это все вообще, вот это закулисье было? Когда происходят пробы, мы... пишем небольшие кусочки, фрагменты и песен, и каких-то монологов, диалогов. Спеть и сыграть нужно один в один. Интонацию нужно повторить один в один. Интонацию даже текста нужно повторить один в один. А украинский язык должен накладываться на английский. То есть и текст должен быть подобран настолько, чтобы там, где героиня открывает рот и говорит «а», чтобы у нас тоже было «а», а не «и», да, вот чтобы это все совпадало. Потом это все отсылается туда, в Дисней. When you were waddling, yay, high, this guy. When the nights got cold, who stole you fire from down below? People beside me, and when I think of tomorrow, there we are. Отправили в Дисней, да? И потом тебе звонят и говорят: Катіко,
все, тебя утвердили. Да. Какие твои вообще эмоции были? Я тебе задаю вопросы, у меня самой, знаешь, такой, я бы уже кричала. Во-первых, я всю жизнь мечтала сыграть принцессу, Снегурочку, какую-нибудь очень такую положительную героиню, потому что, ну, внутри каждая девочка, она принцесса, конечно, Снегурочка, вот, и Снежинка. Вот. Но начиная из садика, мне не попадались эти роли. Мне попадались, знаешь, мне тоже... то Баба-Яга, то что-то, то какой-то трудный подросток в кино, то, что, ну, вот какие-то такие острохарактерные. Но вот принцессы никогда не было, поэтому когда мне вот представилась возможность такая сыграть принцессу, я, конечно, была очень рада, я очень хотела, чтобы это получилось, чтобы меня выбрали. Вот. И я кайфовала на протяжении всего процесса дубляжа, это просто мега-кайф, когда ты, да, ты окунаешься в сказку. Людо мало бути, як сірок, був до щастя. А как вот ты озвучивала гномиков? Ну, просто немножечко меняется тембр голоса. Вот, ну, гномиков я озвучивала в мультфильме «Холодное сердце», и там в основном это была песня гномиков. Мы записывали несколько партий в накладку, то есть получился целый хор такой, и несколько каких-то сольных там моментов было. Вот, и эти гномики, вот они пели разными такими смешными голосами. А как говорят лягушки? Лягушачьи. Давай сюжет посмотрим. Спокойно, Диана. Ты можешь это сделать. Лише один однісінький цілунок. Готова? Фальді Фальдонза. Щось ти не дуже змінився. А як ти заліз так високо? І як я опинилась на підлозі, і чому... Тихо, принцесо, тихо! Без паніки! Що ти зробив зі мною? Я тепер зелена і якась липка! Ні! Ти не просто липка. Що? Це слизова оболонка. Ти! Кать, мы только что посмотрели с тобой сюжет, давай его озвучим. Как это вообще, расскажи мне, как это правильно делать, потому что это очень интересно. Что это? Что это на мне? Что мне делать? Что там внизу? А, что-то я ничего не вижу, куда-то все исчезло. Где я, люди? Ау! Ой, так, что-то платье на меня стало на 10 размеров больше. Что происходит? Я не могу понять. Ой, это... Это кто со мной сделал? Боже мой, зачем? Где моя одежда? А где мои... О, боже, этот крем! Зачем я только намазала его на свои волосы? Где мои волосы? Боже мой, это все ты! Это все ты заставил купить мне этот шампунь. Да. Это тяжело. Это тяжело, когда нет сценария и... На самом деле это очень легко, когда есть классная команда режиссеров, которые работают вместе. Присаживайся. Да, спасибо. Ну, ты знаешь, я хочу тебе сказать, что в любой работе, чем бы ты ни занимался, сплоченная команда – это уже большая часть очень крутого результата. Да. Когда ты была школьницей, ты снялась в фильме «Мойщики автомобилей». Как вообще в твоей жизни произошло знакомство с кино? Ну, так же, как панк-рок-группа меня вывела на дубляж, точно так же случайно произошло мой дебют в кино. Да? Дело в том, что у меня родители тоже связаны с искусством. Так. Мой отец, он мим и звукоимитатор. Был заслуженный артист Украины Анатолий Пурцеладзе. И он снимался тоже в фильмах, очень много играл, объездил весь мир практически. Вот. Мама скрипачка. Угу. И чтобы девочка была нормальной, меня решили отдать в лицей международных отношений, чтобы я учила языки, стала там переводчицей, дипломатом, ну, кем угодно, только не человеком творческих профессий.
И вот надо было такому случиться, что именно в лице международных отношений пришли отбирать детей на съемки фильма. А поскольку у нас был очень классный школьный театр, и вот, ты в нем играла. Я в нем играла, да, то мне, конечно, это все было интересно. Но тут тоже обстоятельства сложились таким образом, что нужна была девочка-пацанка с очень жестким характером. Которая, а у тебя может не так было? Дать... Нет, так, тогда это далеко было вообще от меня, совсем далеко. Которая может дать в морду, если надо, которая может сказать... В общем, с тяжелым мужским таким характером. Да, и в этот день мне поставили тройку по биологии или физике, я не помню. И я вышла из кабинета и стукнула дверью просто вот в какой-то, потому что это было незаслуженно. И в этот же момент стояла ассистент режиссера в коридоре, который сказал: «О, а ну-ка, подойди-ка, девочка, мы у тебя расспросим». Вот. Но тогда я еще не повелась на это дело, но потом одна из педагогов наших лицея, которая занималась нашим творчеством, Вера Евгеньевна Саул, она просто нас всех записала на этот кастинг. Вот. И когда я уже туда пришла, я уже знала задачу, какой я должна быть. И на этих пробах я просто... У нас пробы проходили как знакомство с режиссером. И на этих пробах мне просто захотелось показать себя, как будто бы я именно такая. То есть я сидела как попало, я разговаривала как попало. То есть в общем, просто... ты вживалась в роль. Да. Чем занимаетесь? Да так. Да как? Крутые дела делаем. Привет. Хорошо выглядишь. Не по-детски. Вон он! А по-другому нельзя! Костя! Что вы там делаете? Открывайте немедленно! Лепа, я внизу! А что родители сказали? Ведь они знают Катю не такую. Родители, они-то понимают, они с пониманием к этому всему отнеслись. А вот учителя в лицее международных отношений сначала были шокированы, когда увидели фильм. Даже та же учительница, которая сама записала меня на пробы, она потом подошла она к моей маме и сказала, такого. Что, боже мой, я не знала, что Катя знает такие слова. У меня всегда параллельно шли две линии. Одна линия — это была актерство, а вторая линия — это музыка. Музыка была тоже с самого детства, поскольку мама музыкант, мой брат музыкант, и мы очень много с ним делали всяких экспериментов в детстве. Вот. И где-то с подросткового возраста, лет с 11, наверное, я пошла в Дом творчества Минского района Киевского и попала в ансамбль джазовый, который состоял из 40 мальчиков. Это был оркестр молодежный. Вот. И где-то было 20 девочек. Это была вокальная группа при оркестре. Вот там у меня было первое знакомство с джазом, с биг-бендом. Вот. Но это было все любительский, естественно, да, детский такой ансамблик. Вот. Потом, после школы, я поступила в эстрадно-цирковой колледж. Сейчас это муниципальная академия эстрадно-цирковая, на эстрадный вокал. Но джаза там тоже как такового не было. То есть это отделение заканчивали в свое время и Королева, и Лобода, да, и Макс, да, Барских. Да, да. Вот, Макс Барских потом уже, а с Лободой мы как раз вот со Светой учились вместе, у одного педагога даже. Как интересно. Вот, потом я попала в мюзикл «Экватор». Это был такой, наверное, первый и единственный крупномасштабный мюзикл в Украине. Композитора вот. Александра Злотника. Да, да. Это прекрасный был на самом деле спектакль. И оттуда вышли тоже очень много наших звезд. И Тина Кароль, и Света Лобода тоже, Василий Бондарчук, Василий Лазарович. Много-много. Квест Пистолс, которые были тогда, даже грибы группы. Между нами тает лед, пусть теперь нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем, и сегодня мы только вдвоем. А весною тает лед, и дороги никто не найдет. Ведь их строим под дождем, и тем более только вдвоем. Боже мой. А с кем-то из них ты поддерживаешь отношения?
Ну, мы все периодически общаемся в Фейсбуке, в Инстаграме, все друг на друга подписаны, там, что-то комментируем, что-то. Следите где-то пересекаемся, да, конечно, на каких-то там мероприятиях, концертах. Потом уже после всего этого, то есть вот что мне нравилось в мюзикле, что это объединило и театр, и вокал, и пение. Вот, все вместе было. То есть выбрать было трудно. Ты искала что-то такое, что могло бы объединить? И не надо вот выбирать было. К сожалению, у нас вот очень мало такого сейчас, да, у нас не поставлена культура мюзиклов, да, вот на... Это правда. Это была такая большая попытка, но вот, к сожалению, она вот недолго продержалась, где-то около года, и все. Больше аналогов этого спектакля, правда, не было. Вот, и после этого у меня уже сформировалась группа, которая... Начиналась с дуэта с пианистом на базе музыкальной школы, в которой я когда-то училась, а потом работала как педагог по вокалу. Вот. И вместе с моей учительницей даже по фортепиано Ольгой Яковлевной Горбач мы создали сначала дуэт GT Fresh, а потом уже к нам добавились музыканты. Так, подожди за дуэт. Мы сейчас посмотрим сюжет, а потом вернемся к твоему дуэту. Катико, а теперь давай поговорим о твоем детище, о проекте GT Fresh. Ну, он начинался как дуэт. Так. Вместе с пианистом Сережей Стародубовым и нашей вдохновительницей, нашей учительницей по фортепиано Ольгой Яковлевной Горбач. Затем мы набрали музыкантов, или, как, вы знаете, как получается, когда нужно, в нужное время, музыканты даже сами... Приходят нужные люди, да, в твою жизнь. И у нас совершенно неожиданно сформировался такой коллектив, в котором настолько мы гармонично все писались, сочетались. Да. И это вот не просто группа была, есть, потому что, ну, я не могу сказать, что мы сейчас закончили наше существование. Вот, мы просто сейчас в таком периоде, когда у нас, наверное, вот... Мы повзрослели все, потому что начинали мы, когда нам было 7 лет, по 17-18. Угу. Вот. А сейчас мы все немножечко в поиске. Когда вы работаете в коллективе, твое мнение, оно учитывается, вот принимать решение самой, или необходимо надо со всеми советоваться? GT Fresh — это тот пример коллектива, когда мы были как семья. Угу. Вот. И в семье было всякое, правда. Мы были как итальянская семья. Мы могли ссориться, если кому-то что-то не нравилось, какой-то кусок. Вот прямо мы спорили вот до глубины души вот это все. Потому что у нас просто главный критерий был, чтобы это нравилось вот всем нам. В то время мы, наверное, одни из немногих в Киеве делали аранжировки на джазовые стандарты совершенно в других стилях. То есть это было где-то вызывающе, где-то очень смело, да, где-то, может быть, неумело, нелепо. Вот. Но поскольку мы были настолько юны, нам все это прощалось, вот, потому что мы несли энергию. И главное, что у нас был такой кайф, что этот кайф действительно он заряжал как-то вот других людей, наверное. Просто. Да. А как потом вообще у тебя переросло в совершенно новый виток для тебя? Твой проект, где ты являешься и голосом, и лицом проекта «Улам». Что это такое?
Улам — это вот совершенно новый такой, вот прямо такой младенец сейчас еще, наверное. Mm-hmm. Это действительно мой такой сердечный проект. Даже в переводе слово «улам» — это с тамильского языка обозначает «сердце» или «высшее я». Mm-hmm. Вот. Вот я хотела, чтобы это было такое проявление какого-то внутреннего состояния человека, да, то, что невозможно сказать словами, то, что невозможно выразить никак, даже осязаемо. То есть это чувство, это то, чем мы являемся все внутри себя. Вот. Произошло это, наверное, ну, это очень плавный был такой переход. Осознанный. Да, я встретила своего супруга, Пашу Игнатьева, и мы очень долго выступали с ним просто в дуэте. Потом нам этого стало мало. И вы захотели расширяться. Да. И накопилось очень много авторских песен. Вот. И моих песен, и Пашиных. А Паша тебе посвящал песни? Ну, это, наверное, надо спросить у Паши. Ну, не обсуждайте. Он говорил там, Катико, вот, любимая моя, вот я тебе посвящаю там эту песню. Или не так. Или у него, допустим, другая какая-то манера, когда он может преподносить тебе такие милые сюрпризы? Ну, пару раз было. Но Паша, наверное, не так многословен в словах, как в той же музыке. Потому что вот когда мы с ним играем в дуэте, да, мы намного больше можем сказать музыкой, глазами, жестами. Вот какой-то энергии у нас происходит, такой обмен, чем то, что мы можем сказать вот друг другу просто как, да, как люди вот обычные. Улам сейчас начинает нащупывать, наверное, свой звук. Мы не можем даже характеризовать вот точно, какой это стиль, потому что там есть и джаз, и acid, и ambient, breakbeat. Микс такой. Да, то есть это спонтанность, это очень много импровизации, очень много используется каких-то вспомогательных еще инструментиков, вот каких-то колокольчиков, каких-то звенящих штучек, которые дают обертона, потому что эти все инструменты, они помогают тоже войти в состояние, ну, можно сказать, медитации. Да, можно сказать, молитвы, можно сказать, вот, общением со своим высшим я. Вот, правда, Катико, да? А скажи, а где такая самая благодарная публика? Публика везде благодарна. Публика везде хочет общения. И если это общение искреннее, то публика благодарна. Угу. Вот, если удается человеку прийти на концерт, забыть свои проблемы, расслабиться, очиститься, вот, выйти другим. Как ты вообще попала в Архангельск? Как там оценивали такой украинский горячий джаз? Ой, это было очень круто. Это был 2010 год. Группу GT Fresh позвали на блюзовый фестиваль «Архангельск блюз». Он проходил в двух городах — Архангельск и Северодвинск. Мы тогда поехали в конце мая, там были холодно. Белые ночи, было очень красиво, было очень много музыкантов с разных стран, с Америки, с Швеции, с России. Мы успели приехать в Северодвинске, буквально мы взяли такси и на полчасика смотались туда и обратно на Белое море, чтобы хотя бы увидеть его, да. Ощущения, в общем, зашкаливали. Да. С GT Fresh мы очень много ездили вот куда-то в ту сторону. Мы ездили в Нарьян-Мар. Нарьян-Мар — это за полярным кругом, да, вообще это, находится. Это да. Другой мир. Да, но там, кстати, тоже очень хорошо относятся к джазу. Там есть большой крупный джазовый фестиваль «Джазмар».
Вот, и проходит он в очень красивом зале. Там, правда, очень ценят вот, искусство. Мы приготовили еще один сюжет. Давай посмотрим. Давай. Кать, а как так получилось, что ты оставила свою же фамилию, не взяла фамилию мужа? Это для тебя принципиально было? Нет, совершенно не принципиально. Это больше даже было, наверное, по совету мужа. Потому что, когда мы встретились, ну, он считал, что у меня уже наработано какое-то имя. Как вот. Состоявшаяся звезда. Да, и чтобы уже потом не путали, кто такая Катя Игнатьева, а это которая вот та вот Пурцеладзе, вот. Как-то так и получилось. А любовь вот к звукоимитации. У тебя от папы перешла, известного такого человека, который мог имитировать звуки, наверное, Анатолия Пурцеладзе. Наверное. Я с детства видела, как он кривляется перед зеркалом. Это, наверное, было смешно. Это было смешно и где-то непонятно, и где-то я думала, что папа тю-тю, наверное. Вот. Но... Конечно, это передавалось. Папа со мной играл с детства в игры, которые вот я хотела, и входил во все роли, которые я ему предлагала. То есть актерское мастерство, можно сказать, у меня было с самого раннего вот, моего периода. Да? А интересуешься вообще вот своей грузинской культурой? Традиции вот сохраняете? Переходит оно от поколения к поколению? Я это чувствую. Я так. Не могу сказать, что я прямо вот такая ортодоксальная грузинка. Я как-то ходила на курсы грузинского языка, и вот мы сотрудничали так с грузинским центром Иберели, нашим киевском. Вот. Но к моему стыду и к моему сожалению, я ни разу не была в Грузии. Катико, не может быть. Нет. Да, это может быть. И я жду этого момента. Я жду вот прямо, что это будет какая-то очень особенная поездка, что первая наша встреча будет незабываемой. А ты вообще вот интересовалась, сколько Пурцеладзе в Киеве? Да. Сколько? Точное количество не скажу, но в Киеве мало. В Киеве, на самом деле, только вот в основном наши родственники, наверное. Есть еще Пурцеладзе в Днепропетровске. Так. Один пианист, между прочим, есть Пурцеладзе в Днепропетровске. Не родич? Нет, но мы с ним вот общались, потому что как-то так вот, правда, такое совпадение интересное. Есть в Санкт-Петербурге Пурцеладзе, даже Катя Пурцеладзе есть одна. Ну, вообще, я так понимаю, что в Грузии фамилия Пурцеладзе очень распространенная. Есть и футболисты, я как-то вот смотрела, есть певцы. Была писательница Александра Пурцеладзе, очень известная. И в Тбилиси есть даже улица Пурцеладзе. Вот так вот. И мои друзья, которые ездили в Тбилиси, специально находили эту улицу и фотографировались, говорили, Катька. А у вас с Павлом двое сыновей. Вы их как-то вовлекаете в музыку? А у них выбора нет. Они вот вовлекаются так. Сами. Вот. Ну, во-первых, с самого рождения они ездят с нами везде, на гастроли, вплоть до того, что бывало так, что мы выступали вот
В 2012 году у нас был большой концерт в Ялте в театре Чехова. И в перерыве я выбегала, кормила малыша грудью, потом выбегала на второе отделение. На репетиции бывают, они ездят с нами на студии звукозаписи. И им это тоже нравится, им в кайф. Они вообще не знают, что люди... живут по-другому. Да, что лебеди могут работать по-другому. То есть для них работать это или вот так, вот, получается. И старшенький уже сейчас у нас занимается в музыкальной школе. Он учится играть на трубе, на фортепиано. Разносторонняя такая личность. Да, хорошо поет и любит тоже всяческие мои маленькие инструментики, глюкофоны, все это... Все это использует, тоже очень хочет на моих примочечках, педальках поиграть, которые я тоже использую. Вот он. Катико, но у нас нет этих примочек, этих, как ты говоришь, глюкофоны. У нас этого нет, но у нас есть что-то другое. Смотри. Да. Я сама не умею играть на этих инструментах, но если ты мне сейчас немножко сделаешь такой небольшой мастер-класс, я обещаю, я научусь. Бери что-то себе, я не знаю. Что хочешь? Возьму чашу. Давай что-то симпровизируем. Я постараюсь быть очень хорошей ученицей. Что мне делать, что ты начнешь делать, а я буду под тебя подстраиваться. Ну, у нас здесь такие инструменты собраны. Это поющая чаша, да? Так. Это инструмент, который в основном используется для медитации. Опять же, для массажа вибрационного, потому что поющая чаша, она имеет такие свойства, она резонирует с энергией нашего тела. Это такой тоже обертоновый инструмент. Обертон — это когда имеется один звук, да, звучит, так. И поверх него или внизу звучат еще какие-то подголоски. То есть если мы... Вот мы можем услышать, где-то вверху звенит, где-то средний звук есть. Да. На самом деле я не особо специалист именно по поющим чашам, но у меня есть моя любимая чаша, которую я использую дома и использую на концертах. Слушай, а звуки такие приятные. Каждая чаша, она тоже имеет свои свойства, и она воздействует на какой-то определенный канал, что ли. Поэтому давай в основном попробуем. Имеют сет из чаш, да, вот люди, которые с ними действительно работают. Вот. Давай попробуем петь. Ты начинай, а я, наверное, подхвачу что-то. Ну, здесь сейчас совсем импровизировано будет, ну, понятно. Потому что... На... Боже мой, сама мы сейчас себя не ожидала. Немножечко шамански вызывали дождь, я так понимаю. На самом деле такие инструменты очень редко используются в джазовой музыке. Вот, но Катико, они очень душевные. Скажем. Скажи мне откровенно, что? Ты счастлива? Да. А в чем твое счастье? Я не хочу быть, конечно, банальной и говорить, вот как сейчас модно, да, позитивная психология, что...
надо быть здесь и сейчас, в моменте, радоваться каждому дню. Но это правда. Надо радоваться каждому дню, потому что бывают иногда события, которые возвращают нас в какую-то точку, когда понимаешь, что самое ценное, что у тебя происходит, это жизнь. Да. Просто жизнь. Бывают сложности, бывают какие-то преграды, бывает боль, бывает тяжело, бывают падения. Но в этом тоже есть такое зерно, которое можно прожить, которая прорастает во что-то новое, которая постоянно ведет нас к новым событиям, к обновлению. В каждом моменте можно, правда, найти что-то особенное. В самых таких, казалось бы, мелочах таится самое сокровенное. Даже в тех же капельках дождя, в тех же звуках, в пробуждении на рассвете. Поздним пробуждении, когда хочется понежиться. То есть ты хочешь сказать, ты живешь жизнь? Я живу жизнь, да. Я не могу сказать, что я идеал. Я позволяю себе быть не идеалом. Все мы чему-то учимся, все мы для чего-то приходим взаимодействовать друг с другом. И счастье вот, ну вот во всем, что происходит. Мне кажется, вот со стороны, что ты живешь на полную. Я стараюсь. Так и надо. Наши друзья, цветочный магазин «Нимфея», каждой нашей счастливой женщине дарит вот такие авторские букеты. Они спросили, конечно, у меня, кто будет. Я сказала, кто. И они специально для тебя сделали вот такой яркий осенний букет. Спасибо большое. В нашей передаче есть обязательная рубрика «Личное дело». Готова? Да. Поехали. Сегодня ты играешь джаз, а завтра... Снова буду играть джаз. За кем должно оставаться последнее слово? За солнышком. Какой музыкальный инструмент заставляет вас танцевать? Смех моих сыновей. Что делать в безвыходной ситуации? Любить. Когда говорят, что ты прекрасная певица, ты? Улыбаюсь. Чему тебя научило материнство? Жизни. В темпе какого джазового направления идет твоя жизнь? Ну, пускай будет, ну, свинг, хорошо. Окей. Важная деталь гардероба певицы. А шарфик? С кем из известных людей спел бы дуэтом? Джимми Каллом. Больше всего на свете ты хотела бы... Быть счастливой. Ура, ура, ура. Все, браво.